Всем привет! И вот наконец-то я заказал себе тоже батарею. Батарея от фирмы Xiaomi на 20 тысяч мегаампер. Это не подделка, потому что у нас сейчас очень много продают подделки. Я заказывал из сайта Розетка, а на Розетке подделок нету. Вот такая батарея. Она с этой стороны такая немножко шершавая. Это очень хорошо, она не скользит в руках. Здесь такая вот пленочка, это свидетельство о том, что никто еще не пользовался. Здесь три разъема, два разъема, из которых вы можете заряжать, например, свой планшет или свой смартфон, или планшет и смартфон одновременно. Это очень удобно, батарея очень мощная, так как я уже говорил, на 20 тысяч ампер. А это гнездо для зарядки самой батареи и индикатор, когда батарея разряжена или когда она заряжается. Так, также в комплектацию шел вот такой шнур. Как для меня он немножко маленький. Розетка сюда не идет. Розетку можете купить. Розетку. Вилку. Вилку можете себе купить или взять от своего смартфона. Кстати, вот эта батарея на 20 тысяч ампер даже может заряжать ваши видеокамеры. Так что у меня были случаи, когда я снимал видео и разрядилась батарея и на смартфоне, и на видеокамере, и зарядить не было возможности где. Теперь у меня такого не будет. С этой огромной и мощной батарейкой будет так как бы подстраховочка. Все, всем спасибо, пока.